Они учат детей, занимаются разведением скота, лечат и делают операции. Нынешний гражданский форум посвящен людям Забайкалья. На церемонии открытия гостей и участников программы порадовали красочными выступлениями творческие коллективы Читы. Выездные музеи, спортивные организации и выставки оружия военно-патриотического клуба «Дома офицеров». На каждой из площадок ведущие кураторы рассказывали про свою деятельность и активную жизненную позицию. Презентации проходили в неформальной обстановке. На этом форуме мы предоставляем свой проект «Наследие малой родины», музей, который находится у нас на территории нашей библиотеки. И нашу акцию «Выездной музей». На этом стенде вы можете посмотреть, какая была обширная акция. Выезжали на различные выставки, ярмарки городского масштаба. Активно развиваются в крае волонтерские добровольческие организации. И помогают они не только людям, но и дворам, детским площадкам и паркам. Вообще большая наша глобальная цель нашей группы – восстановить парк в нашем поселке, который разрушен, а раньше был зеленел и радовал детей и взрослых. В нашей команде 10 человек – это активные дети. Вы можете посмотреть фотографии, что у нас за полгода уже более 8 мероприятий больших по району. На этом форуме мы представляем военно-патриотический клуб «Дома офицеров», «Патриоты Забайкалья». В «Патриотах Забайкалья» основную позицию занимают военно-патриотические мероприятия. Также основная деятельность клуба связана с довоенной подготовкой, строевая подготовка, огневая подготовка, медицинская подготовка. На мероприятии присутствовали представители власти, молодежь и студенты. Создан форум для поддержки эффективных практик гражданской активности. С его помощью неравнодушные забайкальцы смогут внести свои варианты решения различных проблем региона. Виктор Соловьев, Сергей Бумагин, ЗапТВ.